опять же, не хочу подозревать там губернаторов, но давайте все-таки поймем, что в реальности те самые больницы, которые строятся 1, 2, 3 года, в том числе, это интересы местного бизнеса, интересы капитала. Я сейчас не говорю о связи там. Не, ну что плохого в интересах бизнеса, если бизнес занят на строительстве больницы? Да, но смотрите, когда есть необходимость в кратчайшие сроки это сделать, что приходится делать президенту? В ручном режиме. То есть, как мне кажется, если у губернатора есть задача обеспечить население больницами, койко-местами, и он явно, учитывая свои мощности, не справляется, он должен приходить с предложением вот президенту и просив о помощи. Он сказал о том, что в 2021 году и было бы здорово софинансировать. На что президент сказал, так зачем ждать, давайте мы сейчас наберем министра обороны. Почему вот эта коммуникация, которая должна, на мой взгляд, выглядеть по-другому, выглядит так, что президент решает коммуникация. Конкретную коммуникация. Проблему. Предложил вариант, на то он и президент. Нет, да, но все-таки губернаторы должны выходить с несколькими сценариями решений конкретной задачи. А получается, что президент в режиме реального времени продемонстрировал управленческий просто класс, да, буквально с помощью одного звонка, решив проблему, как мне кажется, в кратчайшие сроки.